вниз, наверх. Все? Да, можете начинать работать. В процессе работы я вас поинтересуюсь, какие ощущения вы испытываете, когда осуществляете данные движения? Вопросно. Что-то там коленки, чувствую, сгибаются. Ступни, когда вот так вывожу. Поясницу чувствую, она тянет. А еще живот мне мышцам сводит. Все, больше ничего не чувствую. А вам по ощущениям напоминает это ходьбу? Ну да, даже ноги двигают туда-сюда. Ну, то есть вы можете вспомнить, как это было 10 лет назад, и сопоставить с тем, что имеется сейчас. Это похоже? Похоже, конечно, но не то. Ну, это же так же, одна двигается, другая двигается. Угу. И при этом сгибается во всех суставах, да? Да, только не поднимается. Если бы у вас была возможность приобрести такой аппарат для дома, вы бы... Приобрела, пока не приобрела. Да, не тренируй ноги. Угу. Удобно, то, что руками двигаешь, ногам помогаешь. А сколько раз в день, вот по ощущениям, по своим, вы бы занимались? Было бы, что-то поделала бы, опять стало бы, может, раз... 5-10 стало бы дома, целый день там. Не знаю. Ну, не один раз, если бы он стоял дома. Время же нашло бы. Вадим, помоги как инструктор еще. Как инструктор, помоги. Thank you.
Как бы вообще реабилитационные мероприятия не должны быть всегда с зеркалом? Застопорите теперь вот эту штуку вниз. Вот-вот, да, вот она, вниз ее. Угу. Да, теперь можете снять. Не-не-не-не, вы ее застопорите. Теперь заднюю часть поднять. Угу. Все. Теперь можете сходить. Сегодня долго.